Получение аттестата юридического лица. Часть 2. Загрузите в систему сканы следующих документов. Выписка из ЕГРЮЛ, заявление на бланке организации и доверенность на уполномоченного сотрудника. Для загрузки сканов документов перейдите в сервис «Капиталлер» в раздел «Бюджет» на вкладку «Реквизиты» и нажмите «Загрузить документ». Выберите из списка документ, скан которого вы сейчас будете загружать. Далее выберите файл для загрузки. Нажмите «Загрузить». Документ появится в списке загруженных документов. Загрузите таким образом все необходимые документы. Далее предоставьте в центр аттестации копии и оригиналы для сверки или отправьте почтой нотариально заверенные копии. Подробнее о предоставлении документов для юридических лиц вы можете узнать в статье WebMoney Wiki «Перечень документов для получения права использования WMID в интересах юридического лица». После загрузки и проверки всех документов и оплаты данной услуги вашему бюджетному автомату будет представлен аттестат юридического лица, а также будет доступен ввод и вывод средств бюджетного автомата на расчетный счет.